Им говоришь, говоришь, нельзя жить. Я здесь живу с 2005 года. Вот результат первого. Вот видите, это обувь. Это результаты 2008 года, когда я лежал с инфарктом в больнице, пустили палу, у меня дача здесь сгорела. Это вот вторая дача. Значит, я вам прямо конкретно расскажу. Я еще раз говорю, и упор надо сделать, вот именно эти пожоги приравнять к терроризму. Да, да, да. Все собирали показатели, до кого дозвонились, с кабельного, с дачного, всем разъясняли. Вы здесь только из-за того, что вы горите постоянно. Не говорите, но есть такое. Ага, спасибо. Палы запрещены. Ага, ну понятно. Пошел, и не первый год. Вот мы уже просто не в состоянии ничего. А кто не обкашивает свои уже, дачи? Ждем это вот, пока вот здесь уже затушили, все. Открытие-закрытие, тут опасно, особенно период. Беседы разъяснительные проводим, а тут прямо перед самым выходом вы нам тут попадаете. Я сама вон в том году сгорела. Ну, вот видите, как все печально. Возьмите, пожалуйста, пометочку.